Добрый день. В эфире служба информации телерадиокомпании «Губерния 33». Программа «На всю Владимирскую». Меня зовут Александр Козлов. А гость нашей студии сегодня Максим Шевченко, депутат Законодательного собрания Владимирской области, глава фракции КПРФ в областном парламенте. Максим Леонардович, здравствуйте. Здравствуйте. Вначале, по традиции, пара слов в преддверии разговора сегодняшней программы. Мы открываем целую серию встреч в этой студии с депутатами нового состава ЗАГС Собрания. Встречаться мы будем пофракционно, извините за такую лингвистическую вольность. Сегодня фракция Компартии Российской Федерации прислала своего представителя. Завтра солировать будет ЛДПР, послезавтра КПСС, ну и так далее. Смысл таких программ не только в том, чтобы познакомиться с седьмым составом ЗАГС Собрания, но и получить представление, на какие цели сориентированы наши новые депутаты. Начинаем. Максим Леонардович, я предлагаю с актуалки, что называется, начать. Сегодня состоялась инаугурация губернатора Владимира Сипягина. Я смотрел трансляцию, вы тоже присутствовали в зале. В церемонии участвовал глава думской фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Он в своем слове сказал, что во время губернаторства Сипягина партийная принадлежность значения играть не будет. С кем можно будет эффективно и результативно работать, с тем будем сотрудничать. Вот, на ваш взгляд, сколько в этом заявлении истинности, сколько политеса? Ну, в силу того, что у ЛДПР, несмотря на достаточно большую фракцию, достаточно слабый кадровый резерв, угу, на мой взгляд, хотя есть неплохие люди и лично хорошие люди, прямо скажем, в том числе и во фракции во Владимирской области, которые родом там из деревни, знают Владимирскую землю, поэтому я с уважением отношусь к моим коллегам из ЛДПР, хотя в ходе дебатов мы спорили с тем же самым Сипягиным, там с другими. Но я чувствую, что это вот люди как бы от земли, местная владимирская фракция. А московская фракция, она летает там, знаете, где-то очень далеко, вокруг своего вождя. Поэтому я думаю, что по-любому Владимир Владимирович Сипягин, безусловно, будет опираться на лоббистские усилия Владимира Вольфовича Жириновского, который является все-таки выдающимся политиком, успешным много лет, и обладает большим лоббистским потенциалом. Но главная опора это все-таки будет на владимирское человеческий потенциал. И на мой взгляд, здесь перед Сипягиным, тут Жириновский правильно обозначил стратегию, стоит просто дилемма. Если он пойдет по пути авторитарного зажима, как шла Орлова, как шел Виноградов в конце своего губернаторства, то я думаю, это будет сокращать под ним социальную базу, потому что Сипягин является именно народным губернатором. Вот я в ходе кампании использовал этот бренд, но меня не допустили до выборов по разным причинам. А Сипягин получил огромное вотум доверия со стороны народа, не партия ЛДПР. А, конечно, была такая глубокая неприязнь к Орловой, Орловщине. То есть вы думаете, извините, перебью, что это Сипягин получил такой аванс? Лично Сипягин. Или все-таки это Орлова недоработала и поэтому? Нет, нет, конечно, не то, что недоработала. Это, знаете, это ее жалобное причитание по телевизору, постыдное, на мой взгляд. Там это где-то, вы имеете последнее где-то недоработало, что-то там не, это просто повторять невозможно даже. Нет. Власть может быть какой угодно. Власть может быть сильной, власть может быть страшной, власть не имеет права быть жалкой. Светлана Юрьевна показала себя жалкой. И это было ее просто похороны, вот политически. Я не знаю, кто это ей посоветовал, вот это вот видеообращение записать, но над ним можно издеваться бесконечно просто совершенно. И по большому счету, конечно, это был вотум недоверия и Орловой, ее политике и партии «Единая Россия». Хорошо. Давайте к вашей фракции. 7 депутатов у вас прошло, я имею в виду, от Компартии в ЗС. Я встречал такое мнение, причем это мнение человека, который очень хорошо погружен в избирательный процесс. Я вот только хотел про Сипягина закончить. Давайте. Поэтому чем больше в его деятельности губернатора будет демократических конституционных принципов, тем сильнее будет его власть. Чем больше его будут втягивать, и он будет втягиваться в закрытые кулуарные сговоры, тем больше он будет повторять судьбу Орловой и отношение к себе области, как к Орловой. Тут в связи с этим, пока этот вопрос пускай подождет, в условиях российских реалий, вот то, о чем вы говорите, чем больше демократических процедур он будет соблюдать, тем крепче будет его основание. Вообще, насколько вот такой в российских реалиях вариант возможен, на ваш взгляд? В России очень демократическая конституция, очень демократические законы.
о средствах массовой информации, о выборах по большому счету. И надо просто, ведь проблема в том, что действующая власть, она эти законы попирает, искажает и всячески умаляет. То есть выборы подразумеваются открытыми, но мы видели, как эти выборы проводились вот до недавнего времени, mm-hmm. понимаете? Когда Адмресурс, исполнительная власть, просто нагло вмешивалась в дела там власти муниципальной, ЗАГС собраний и, в общем, диктовала УИКам и ТИКам. Просто принципиальная позиция жителей Владимирской области и, в частности, фракции КПРФ, которая в первом туре на каждом избирательном участке выставила по наблюдателю, а на большинстве по двум наблюдателям, мы в это вложились и деньгами, и средствами. Кстати, от ЛДПР я наблюдателей вообще не видел в первом туре, будем откровенны. Вообще Владимир Владимирович говорил, на каждом участке. Ну вот я один, был минимум на 15 участках, ни одного наблюдателя от ЛДПР я не видел. На каких-то, наверное, где-то были, где был Сипягин, я не видел просто. Но КПРФ были на каждом участке, были как минимум один, на большинстве два наблюдателя было. Я считаю, что это принципиальная позиция наша, совпадавшая с волей большинства избирателей, обеспечивала в частности и поражение в первом туре и Орловой, и партии «Единая Россия». Это было... Ну, мы не делали ничего такого, что выходило бы за рамки Конституции. Просто мы заставили власть и избирком хотя бы чуть-чуть соблюдать Конституцию. Поэтому, когда мы говорим демократия, я не имею в виду что-то невиданное. Были позывы нарушить такие? Конечно, да? Разумеется. Нет, были позывы нарушить. В сельских местностях, я уверен, что были масштабные приписки. Мы не могли контролировать села, естественно. Все. Сельскую местность. Видимо, но настолько... во Владимире, смотрите, где мы контролировали, партия «Единая» получила, «Единая Россия» получила около 20%, между прочим. Потерпела серьезное поражение перед КПРФ и перед ЛДПР. Вот в больших городах, где мы контролировали во Владимире, реально, побеждали одномандатники, которые совсем не представляли «Единую Россию». Хотя какие деньги вбухивались в «Единую Россию»? Это просто представить себе невозможно. Вот, кстати, мы каждую копейку считали, а у них там десятки миллионов шли. Вот просто. По поводу того, что вы сказали, что «Единая Россия» проиграла по отношению к ЛДПР, по отношению к КПРФ. Нет, давайте так, КПРФ и ЛДПР, все-таки мы заняли второе место. Хорошо. Вот такое мнение именно относительно КПРФ слышал от очень погруженного, еще раз повторю, в процесс человека, что при том, действительно, поражение, которое понесла «Единая Россия», КПРФ должны были больше брать. 10, может быть, даже больше голосов. В связи с этим 7 мандатов депутатов законодательного собрания. Это много, мало? Я считаю, что это отличный результат при тех ресурсах, которыми мы обладали. У нас вообще не было денег. Я вносил свои личные деньги на избирательный счет. И кампания велась за счет моих средств во многом. Партия после правления Орлова пребывала в тяжелейшем состоянии. Старое руководство партии во многом дистанцировалось от молодого поколения, которым олицетворяет Сидорко. Против Сидорко и его команды велась просто, на мой взгляд, кампания по дискредитации. Хотя я могу сказать, что Антон Сидорко, Антон Клюев, Шамиль Хабибуллин, современные депутаты, это люди, которые работали по 24-25 часов в сутки, и которые обеспечили и достойный сбор подписей муниципального фильтра, потому что мы собрали все, что надо было. Просто, как говорится, против лома нет приема. И, безусловно, обеспечили дальнейший успех кампании. Поэтому все попытки сегодня дискредитировать руководство партии, молодое руководство партии во Владимирской области, я считаю несостоятельными. И более того, действующим в интересах как бы не... левой идеи и не в интересах как бы союза народно-патриотических сил. Поэтому мы сделали все, что могли. Конечно, у нас были проблемы кадровые, извините. Мы проиграли только по одномандатникам. Так фактически по списку во Владимире мы выиграли, в больших городах мы выиграли. В селах посчитать было трудновато, будем откровенны. А одномандатники, да, у нас не было достаточного количества людей, которые мы выставляли. Но дело в том, что весной, когда это все планировалось, вообще не предполагался такой результат. По ходу дела, по ходу того, как мы втягивались в кампанию, как разворачивалась борьба, реальная политическая борьба, которую мы навязали правящей Комарили, можно так называть вещи своими именами, сгруппировавшейся вокруг Орловой, мы им навязали политическую борьбу, которой они отвыкли. И которая абсолютно была в рамках норм Конституции, закона о выборах, закона о СМИ. Мы не выдумывали ничего такого, что выходило бы за это. Это они нарушали закон.
Понимаете, они нарушали Конституцию, в которой сказано, что Россия социальное государство, а источником власти является народ. Они повернули так, что источником власти у нас является губернатор, есть подданные. А мы исходим из того, что губернатор это один из граждан, которому другие граждане доверяют право управления, а не руководство над собой. Губернатор не руководит владимирцами. По мандату владимирцев губернатор решает вопросы в интересах области. Мне кажется, Владимир Сипягин это вполне понимает. Мы с ним беседовали. Он мне показался очень адекватным человеком, коренным владимирцем, болеющим за интересы земли своей, понимающий проблемы Владимирской области. Я лично верю, что он в этой сложной ситуации политического маневрирования займет очень правильный путь. Поэтому еще раз подчеркиваю, сила Сипягина в следовании конституционным демократическим принципам. Поэтому то, что сегодня говорил Жириновский, очень точно. Это не просто какой-то сговор партий, а это именно защита Конституции. Вот везде, где Сипягин будет идти на закрытые кулуарные сговоры, неважно, с «Единой Россией», с КПРФ, он в итоге будет проигрывать. То есть вы в целом-то допускаете такую возможность? Ну, политика – это такое дело, где без этого трудновато. Всегда будут склонять к этому. Будут вот, приезжать какие-то люди, говорить, ты знаешь, если ты вот это вот не сделаешь, у тебя не будет траншей, у тебя не будет того, сё. Могу сказать, это полная ерунда. Вот одна лоббистская группа, которая ориентировалась на Орлову и на тех сотрудников администрации области, которые как бы говорят, вот у лоббистские усилия Светланы Юрьевны. Да мы поименно знаем всех ее партнеров в этих лоббистских верхушках. А что вы взяли, что нету других партнеров, например, таких же по влиянию и таких же по возможности и инвестиций. Ну, может быть, думаю, что российская власть наверху, она не единая и не монолитна. Известная присказка президента, естественно. 9 башенок в Кремле. Да? Поэтому я лично полагаю, что если Сипягин будет реально придерживаться того, что ему пожелал Жириновский, то есть демократическое такое вот как бы сотрудничество с разными партиями, не только с КПРФ, с «Единой Россией», в которой есть очень много достойных людей. Я во фракции «Единой России» вот уже знаю, мы заседали, я в 2 комитета вошел по промышленной политике и по аграрной политике. Профессионалы, директора производств крупных, экономисты с огромным опытом, понимаете? Независимо от партийной принадлежности, эти люди нужны стране, нужны области. И, конечно, мы будем... Недаром я вошел в 2 ключевых комитета, на мой взгляд, специально. Потому что потенциал как бы лоббизма надо выстраивать. Когда лоббистом является только губернатор, это делает всю область зависящей от губернатора. Шевельнула она мизинцем, как говорится, лоббизм идет. Не шевельнула мизинцем, душит и уничтожает все. Сколь скоро мы это быть не должно такого. Заговорили про комитеты. 7 из 8 комитетов у «Единой России», 1 у «Справедливой России». Компартия как осталась без портфелей? У нас достаточно важные заместители на важных позициях. Имейте в виду вице-спикера. Не только вице-спикера, в комитетах тоже практически. Мы вошли во все комитеты. Лариса Емельянова, зам руководителя комитета. Шамиль Хабибуллин, замруководитель комитета. У нас значит, Вадим Серебров, замруководитель комитета. Я сознательно дистанцировался от любой штатной должности. Почему? Чтобы у меня были руки развязаны. Штатные должности обязывают вас ко всему. Угу. Я занимаюсь политикой в интересах Владимирской земли и в интересах России. То есть наличие председательских портфелей, на ваш взгляд, не принципиально в данном случае? Абсолютно не принципиально. Могу сказать, что вот по тем комитетам, куда я вошел, у нас намечается, мне кажется, очень хорошее и продуктивное сотрудничество. По крайней мере, комитет по промышленности и по малому и среднему бизнесу. Я и Сергей Казаков. Мы вошли от фракции КПРФ в этот комитет. Кстати, по поводу Сергея Казакова. Человек, мало того, что не партийный. Я тоже не партийный. Более того, ну вы не были замечены в связях, там, например, там, с гражданской силой или там раньше. Еще как был замечен. Почему? Я всегда сотрудничал и в Совете по правам человека. Я очень даже плодотворно сотрудничал с теми, кого вы назовете либералами. Относительно Казакова, как он у вас оказался? Сергей Казаков – это замечательный, принципиальный патриот Владимирской земли. Человек, который отстаивал всегда принципы Конституции, свободы, демократии и справедливости. В этом вопросе я являюсь абсолютным европейцем. Да, я выступаю за социальное государство, но я считаю, что демократия европейского типа – это самый прогрессивный, самый лучший способ управления именно народом правящей власти.
Мы должны просто есть вектор такой, что власть управляет народом. Я же всегда придерживался концепции, что народ должен управлять властью и делегировать власти определенные полномочия. Собственно, так и написано в Российской Конституции. Источником власти является многонациональный народ Российской Федерации. А у нас как наоборот в последнее время произошло, что власть не сходит сверху, а народ, как говорится, как дети, вот так ждет, что нам папа сделает там или мама, понимаете? Поэтому с Сергеем Казаковым у нас полное взаимопонимание по этим вопросам. Ну, наверное, какие-то есть разные там взгляды на Ленина, на Сталина. Но я не думаю, что вопросы истории сегодня являются принципиальными для тех, кто называет себя патриотами Владимирской земли и России. Сегодня быть патриотом, понимаете, это не обсуждать Сталина с Лениным и Николаем II. Угу. А быть сегодня патриотом, это на самом деле преодолевать последствия правления Единой России во Владимирской области. И последствия того, что я назову «Орловщина». То есть авторитарного бюрократического режима, который душил все, что только не вставало на колени перед властью, и создавал как бы ситуацию узкого коридора, лоббистского коридора в интересах каких-то крупных внешних партнеров. Сегодня мы должны работать все вместе над созданием на территории Владимирской области на самом деле той России, которая зафиксирована в Конституции. Социальное государство, где источником власти является народ. В этом смысле у нас с Казаковым полное взаимопонимание. И я очень рад, что Сергей вместе с нами идет. Это достойный товарищ, прекрасный человек, интеллектуал, владимирец до мозга костей, который работал и у станка, и бизнесменом, и инженером. Человек демократических взглядов, я тоже человек демократических взглядов. Понятна ваша позиция. Вот какая штуковина. В свое время, когда нужно было, что называется, с самого верха, с федерального уровня выстраивать вертикаль власти, в Госдуме было сформировано большинство «Единой России», и во многом благодаря этому многие законопроекты, которые могли месяцами, а то и более буксовать, проводились. В том числе это произошло и на региональном, на нашем уровне. Тот факт, что сейчас у нас в законодательном собрании вот такое вот разнообразие парламентское, насколько может осложнить борьбу с теми последствиями, как вы назвали, Орловщины? Ну, может осложнить, конечно, серьезно, потому что правящая партия уже заявила сразу и в речи, как бы, когда мы обсуждали личность спикера собрания, зачем-то Владимир Николаевич Киселев, который, на мой взгляд, не несет ответственность за действия Орловой, зачем-то стал реверансы какие-то и панигирики Орловой читать, что какие-то там какое-то развитие было при Орловой. Какое-то развитие мы видим. Я вот анонсирую заранее, скоро мы опубликуем доклад «Орловщина» и итоги социально-экономические правления Светланы Юрьевны Орловой и партии «Единой России» в Владимирской области. Я готовлю такой доклад. И я думаю, что это будет очень интересный документ, который подробно проанализирует детально, а не в общем, всю ситуацию, которая на сегодняшний день складывается в области. Поэтому я думаю, что Владимир Николаевич зря так сильно себя привязывает к линии Орловой. Это неверно, на мой взгляд, потому что он пользуется уважением лично как политик и как спикер, а не как член Орловской команды. Так его мало кто воспринимает, к счастью. А, конечно, другие люди, которые сидят сейчас в администрации, которые несут ответственность за курс, который проводила Орлова, должны уйти в отставку. Это безоговорочно наше требование. Что касается Заксобрания, ну, считайте, Алтухов, КПСС – это «Единая Россия». Он, безусловно, Иван Павлович будет голосовать по всем вопросам как «Единорос», несмотря на название своей партии. Потому что это как бы плата за все, что он сделал в ходе выборов ему. А справедливо, Россия будет расколота. Бирюков тоже будет голосовать как единорос. Фактически сейчас я вот пока вижу, что он в полном согласии с ними действует. А Пронина Наталья Геннадьевна, она человек левых взглядов, она вот... Ну, как все в «Справедливой России». Когда там есть фракция Шмакова, а есть фракция, как говорится, не Шмакова. Когда она будет скорее с нами. Известно о победе Владимира Владимировича Сипягина, значит, сразу прозвучала по центральным каналам информация со ссылкой на Геннадия Андреевича Зюганова, что коммунисты с либерал-демократами ведут какие-то консультации о том, что, возможно, каким-то образом, вот теми регионами, где ЛДПРовцы пришли на губернаторские посты, совместно управлять. И потом эта тема куда-то ушла. Эта тема слышно. Пусть как, поддерживается как... Жириновским. Владимир Вольфович Жириновский и его сын, глава фракции, не фракции, а партии, по-моему, Лебедев,
Они разговаривали, насколько я слышал об этом, с руководством КПРФ и давали ряд обещаний. Поэтому пусть они сами со своими словами определяются, или держат обещания, или не держат обещания. Мы никому не навязываемся. Мы находимся в оппозиции, у нас есть прекрасное и внятное представление о невозможности того социально-экономического монетаристского курса, который проводит партия власти и правящая верхушка по отношению к России. Мы видим, что этот курс приводит к обнищанию русского народа и других народов, к ухудшению жизни людей, к закрытию предприятий, к экономическому коллапсу, к местничеству, к коррупции, просто к лоббизму, узкому лоббизму в интересах крупных монополий и корпораций. Поэтому КПРФ будет отстаивать, ну, скажем так, принципы широкого сотрудничества, о которых сегодня Жириновский опять-таки говорил. Вот когда Жириновский прав, я с ним всегда соглашусь, потому что это мудрый и умный политик. Вот в Германии очень эффективно работает широкая коалиция. Союз между, казалось бы, христианско-демократической партией и социал-демократической партией Германии, да? Который уже много лет является основой, то есть между левыми и, условно говоря, значит, правыми. Которые, эта коалиция много лет является залогом политической стабильности и развития, значит, Федеративной Республики Германия. Я считаю, что в России борьба, которую ведут против левых сил, против КПРФ, власти, администрации президента и на местах любыми способами, это борьба неверная. Она разрушает, она, во-первых, не отвечает запросу, который существует в нашем народе. Потому что либеральный капитализм в исполнении «Единой России» достал страну вот так вот. Мы видим убыль населения. В Владимирской области до 7 тысяч ежегодный убыль населения. И не только здесь. Вы думаете, вот мы хуже всех живем? В ходе выборов я был в Хакасии, был в других регионах. Везде одна и та же картина. Зарплаты 12-13 тысяч. Земля, леса, воздух принадлежит каким-то неизвестным олигархам. То ли московским, то ли вообще иностранным, через подставных людей какие-то. Тарифы огромные. В Китае по 80 рублей продается, по 80 копеек продается газ, да? Своему населению по 4,80 продается газ, ну и так далее. Вот как только можно, они зарабатывают на своей стране. Назрело, конечно, решение для всех патриотов, и неважно, коммунисты вы, единороссы, ЛДПРовцы, там, демократы, либералы или беспартийные. Если мы просто любим свою родину, и любим свой народ, то это больше терпеть просто невозможно. Поэтому фракция КПРФ займет принципиальную позицию. Мы не будем поддерживать никакие антинародные решения, которые будут продолжать курс Орлова. А блокироваться с кем-то вы будете? Вот вы, это пусть с нами блокируется. Мы вообще самая будете. Большая фракция оппозиционная. Напомню, в ЛДПР, по-моему, 4 человека, если мне память не изменяет. Да, 4. А в «Справедливой России» 3. 3, трое. Поэтому, Алтухов 1. Ну, Алтухова это для меня «Единая Россия», поэтому его я не считаю просто. Я беру просто две независимые фракции. Поэтому, если хотят с нами, точно так же я уверен, что в «Единой России» найдутся разумные люди, которые, исходя из интересов конкретных, просто вот там производств, например, тоже могут занять позицию, отличающуюся от позиции центрального руководства партии. Понятно. Когда, значит, на внеочередном заседании ЗАГС Собрания формировали комитеты, распределяли портфели, возник вопрос относительно комитета по здравоохранению, специализированного, нужно вроде как в связи с удручающей ситуацией в нашем здравоохранении специальным его сделать, но потом как бы от этого отказались в связи с тем, что... Это я нашим телезрителям, не вам, нашим телезрителям рассказываю, что полномочия региональных парламентов вот в этом вопросе не очень велики для того, чтобы выделять отдельный комитет. В этом, в связи с этим вопрос, какие вы вообще цели, вот как фракция, ставите перед собой именно содержательного характера, хозяйственные? Ну, во-первых, это лукавство единороссов. Когда им надо было создать... Что? В комитет здравоохранения, когда в предыдущем созыве, почему был комитет по здравоохранению? Потому что там была женщина-акушер единоросска, под которую и создали, собственно, этот комитет, чтобы она ее возглавила. Потому что она была родственница одного из, как бы, руководителей области, прямо скажем. А когда она не попала в ЗАГС собрание, и у них нет кандидата единоросса-врача, то они, конечно, комитет этот, как говорится, решили убрать. Я считаю, что это серьезная ошибка.
Более того, я считаю, что это прямо вредит интересам Владимирской земли, поскольку надо было создавать вопросы здравоохранения были и ключевыми. Вот как страна, что страна слышала про Владимирскую область? Струнинская больница, правильно? Вот бред, который несла Светлана Юрьевна там про трассу Франкфурт-Страсбург, страна только хохотала. А про Струнинскую больницу страна сказала, о, как у нас, все то же самое. Потому что по всей стране примерно то же самое. Перинатальный центр Сергея Плаксина, вы же знаете прекрасно, да, кто это такой, естественно. У него жена умерла, да? Он дал исчерпывающую характеристику всем сказкам, которые Светлана Юрьевна рассказывала про перинатальные центры во Владимирской области. В ходе кампании я ездил по региону и видел фельдшерские, это так нельзя назвать, потому что эти развалины это больше не фельдшерские пункты. Больницы, поликлиники, плесень, ужас какой-то, понимаете, что творится вообще в Кольчугино, просто какой-то кошмар. И поэтому, конечно, вопрос здравоохранения, здоровья нации, здоровья людей должен был быть рассматриваться отдельным комитетом во главе с Натальей Геннадьевной Прониной, которая не побоялась президенту в глаза рассказать правду о ситуации со здравоохранением во Владимирской области, несмотря на те репрессии, которые, естественно, ожидались от Светланы Юрьевны Орловой в отношении Натальи Геннадьевны. Поэтому «Единая Россия» совершила ошибку, одну из многих своих ошибок, когда опять пошла по пути номенклатурного распределения за счет реальных интересов Владимирской области. Это неправда, что это федеральная повестка. Это неправда. Потому что федеральная повестка – это выделение средств. Но освоение этих средств, контроль за профессиональным освоением этих средств находится на регионе. Ну так, возвращаясь к вопросу о целях, и в частности касаясь здравоохранения... Мы будем защищать социальные права, демократические права, экономические права. То есть конкретизировано сейчас нет целей, что мы хотим вот то-то, то-то там решить, вот это, то есть таких целей пока нет. Мы занимаемся политикой, а не дележкой пирога, как другие, некоторые, понимаете? Я исключительно решение проблем. Мы будем коммунисты, мы будем фракция КПРФ, мы не только коммунисты. Мы будем, безусловно, поддерживать лоббистские и... как бы создавать новые лоббистские инструменты поддержки угасающего промышленного потенциала. Понимаете? Пытаться спасти Точмаш, пытаться спасти гусь-хрустальнинские заводы, пытаться создать новые типы производства, приводить сюда средства, приводить сюда инвесторов. Несмотря на то, что я нахожусь сегодня в радикальной оппозиции, у меня тоже, поверьте, есть достаточное количество знакомых, как и многих других, которые под гарантией губернатора готовы прийти и работать здесь. Другое дело, что эти гарантии должны быть основательными и существенными. Поэтому я думаю, что мы как раз хотим создавать реальный, современный, если угодно, капитализм. Ленин говорил, без капитализма не бывает социализма. Нет никакого капитализма сегодня. Есть феодально-авторитарная система, при которой, если губернатор ставит галочку, вот этому предприятию помогаем. Хорошо себя ведет директор предприятия, да? То ему помогают. А если он ведет себя плохо и как бы не хочет под губернатора ложиться, то его начинают душить, а то и сажать еще. Вот эта система, мы будем против нее выступать. Мы будем выступать за нормальное, реальное социальное государство. Максим Леонидович, комитету по промышленности конкретно, еще раз говорю, будем оказывать содействие всякому предприятию Владимирской области. Всякое честное предпринимательство, аграрное или промышленное, мелкотоварное производство, может знать, вы имеете поддержку во фракции КПРФ. Мы будем защищать интересы всех честных, крупных предпринимателей, малого и среднего бизнеса. Ну тут вот на что хотел бы обратить внимание. Когда вы говорите, например, о директорах предприятий, которые не хотят или там хотят ложиться под губернатора и свое будущее с этим связывают. Ну, в целом это понятно. Но опять же вернусь к тому, с чего мы начинали. Да? Сегодня, когда Игорь Щеголев зачитывал приветственные адресы президента, там в том числе было указано, что немалого добился Владимирская область в период руководства Светланы Юрьевны. То есть... Наш доклад говорит о другом, наше исследование. То есть спад производства, огромный спад производства. С чем связано? То есть, ну как, ну власть потерпела поражение. Ее поддерживал Путин, поддерживал Медведев, поддерживал Володин, поддерживало все руководство «Единой России», поддерживала сама Надежда Бабкина и хор Турецкого. Она все равно проиграла 20%. Им хочется сохранить лицо. Они проиграли в открытой политической борьбе, но в кулуарной борьбе им, конечно, нет равных, потому что тут же они слоны, а мы им кажемся мышами, но мы не мыши, мы мангусты. Это совершенно разные, понимаете, тоже маленький зверек, но для слона гораздо более опасный, поверьте.
Поэтому, естественно, мы будем использовать те ресурсы, те методы, которые мы использовали в ходе предвыборной кампании. В первую очередь, это открытость средств массовой информации. При этом для меня не важно, Зебра ТВ, Губерния, всякий журналист, который готов адекватно рассказывать о ситуации во Владимирской области, а не пытаться кому-то понравиться. Это наш союзник. То есть тот факт, что Сергей Валентинович, еще раз к нему вернемся, Казаков во время первого заседания призвал Владимирские ведомости губернию 33 закрыть как класс, то есть это как бы его личная установка. Я не поддерживаю эту идею. Я считаю, мне гораздо более продуктивной кажется идея переформатирования губернии, к которой я отношусь с большим уважением, в общественное телевидение. Очень интересно, расскажите, как эта идея Сергей Валентинович имел в виду, что это было просто создано, вы уж не обижайтесь, и ведомости, и губерния была создана для пиара губернатора Орловой. Ну, ведомости там с такой историей, что не думаю, что их из-за этого создавали. Ну, в общем, им влили деньги, но я верю в журналистов, и ведомости, и губернии, и считаю, что эта идея очень правильная, хорошая. Я считаю, что это прекрасное региональное телевидение, которое должно быть. Как это было с идеей общественного российского телевидения, все фракции как бы и имели какую-то равную долю, понимаете? Поверьте, это повысит рейтинг телевидения, сделать его по-настоящему общественным, народным. Если на федеральном уровне ОТР, как говорится, не работает, она провалилась, эта идея, то я уверен, что вот если вот будет такой тон, как мы сейчас с вами разговариваем, то губерния станет по-настоящему передовым, лидирующим каналом, которому будет вызывать доверие значительная часть населения. Если по телевидению, по губернии показывать только успехи губернатора, и как она или он там открывает очередную какую-нибудь выставку или на День семьи там в Муроме приезжает, то кто это будет смотреть, по большому счету? Ну что нам себя обманывать? А ну, если я это думаю, будут... что вы немножечко тут передергиваете. Не только губернатору у нас показывают. А если... Нет, я не хочу вас обвинять ни в чем. Я понимаю, что вы, жили с удавкой на шее. Я же тоже понимаю. Я же тоже ведь не вчера родился. Но если вы на самом деле станете общественным телевидением, и будет, у вас будет там попечительский совет, который будет ходить, представители фракции, например. Почему нет? Я считаю, что именно такое телевидение под... который будет представлять интересы области, крайне нужная вещь. Очень нужная вещь. И губернатор в этом был бы заинтересован. И вот Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, пожалуйста, КПСС, там, несмотря ни на что, понимаете, там и так далее. Вот вам, пожалуйста, 5 фракций, 5 плюса, а активно привлекать членов общественной палаты. Там, не знаю, ну и как бы реально рассказывать о проблемах. О вырубке лесов, вывозе древесины в Китай, о свалках в Киржаче, о свалках в Петушках, о свалках в Александровском районе в Краснопламенном, значит, там этом самом, понимаете, под Красным Пламенем. Если говорить реально о том, о чем люди и так знают, если они будут опознавать с экрана свои реальные проблемы, то тогда доверие к телевидению вырастет. Я считаю, сейчас это есть понятно. Возможность. Поэтому я с Сергеем Валентиновичем не согласен. Мы с ним говорили на эту тему. Я считаю, что закрывать ничего не надо. Он просто имел в виду, что это пиар-приложение губернаторской власти. А если это переформатировать в нормальные СМИ, я думаю, что сразу, у вас есть весь потенциал. Вот мы с вами разговариваем, я вас вижу демократического, современного, прогрессивного ведущего. Спасибо большое. Чтобы интересно. Закрыть эту тему, временной лаг какой-то можете обозначить? Не могу, когда? Конечно. Не можете, это идея, да? Просто я ее проговариваю сейчас в эфире. Мы не выходили, губернатор только вступил в полномочия. Ну да, Я думаю, надо обсуждать и с Владимиром Николаевичем Киселевым, и с Владимиром Владимировичем Геннадием, значит, Сипягиным, и с представителями фракции. Это достаточно важное, мне кажется, для области будет решение. Но я против закрытия губернии, безусловно. Я за развитие, наоборот, за инвестиции дополнительные. Хорошо. Относительно самостоятельности в принятии решений законодательного собрания. Вы считаете, вот тот состав, который сейчас формировался, он действительно будет самостоятельным в принятии решения? Вы сейчас сказали, что от старых элит, ну, например, фракция КПРФ, да, дистанция, или старые элиты от них там дистанцировались, да, сейчас Единая Россия уменьшила свое представительство, так еще и губернатор, либерал-демократ у нас будет, да, вот будет ли ЗС самостоятелен в принятии решений, или он попадет под какие-то жернова? На ваш взгляд, что может быть? Мы будем бороться за то, чтобы быть самостоятельными.
И в той мере, в какой Владимир Николаевич Киселев будет содействовать этой независимости Заксобрания и статусу законодательной власти, я буду его союзником и сторонником. Мы решительно будем протестовать против любых попыток авторитарного либо тоталитарной узурпации власти и попытки превратить ЗС просто в приложение к исполнительной власти. Там есть такие попытки. Старейший депутат, например, на фуршете, который был достаточно мирным и задумался спикером Юрий Матвеевич Федоров, зачем-то стал сравнивать оппозицию со слепнями, которые кусают лошадь, а себя там с обсадниками, которые... Это было оскорбительно, мы встали и ушли с фуршета, просто честно вам скажу после этого. Я не думаю, что это мнение разделяется всеми членами фракции «Единая Россия». Это какой-то такой высокомерный тон, который, конечно, я лично принял к сведению и сделал себе соответствующие пометки, что есть и такая точка зрения во фракции. Но, на мой взгляд, есть и другая точка зрения, с которой я столкнулся на заседании комитета, который в беседах с моими коллегами из фракции «Единая Россия». Это вполне приятные люди, люди дела, люди, которые представляют свой регион, они сидят всю жизнь в бюрократических кабинетах, полагая себя серыми кардиналами. Всякий серый кардинал рано или поздно может стать кардиналом черно-белым, понимаете, например. А поэтому я бы никому не советовал сыпать угрозами в адрес оппозиции направо и налево. Мы готовы конструктивно работать, естественно, и с большой фракцией, и со всеми, но только при условиях демократического, конституционного стиля работы Заксобрания и в целом власти. Мы будем препятствовать, еще раз говорю, всем попыткам авторитарно-бюрократического переворота. Будет он тихим или будет он громким. Потому что, на мой взгляд, подобные попытки являются антиконституционными. Спасибо. У нас с вами, к сожалению, закончилось время. Я вынужден закрывать программу. Гостем программы на всю Владимирскую сегодня был Максим Шевченко, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании области. Максим Леонардович, спасибо вам за то, что пришли. И самое главное, удачи в той работе, которая вот на протяжении 5 лет вам предстоит. Удачи. И вам также. Я, Александр Козлов, с вами прощаюсь. Следите за новостями на нашем сайте trc33.ru. Там же можно найти записи всех наших программ. До встречи.